Поехали. Эй! Что ты делаешь? Эй! Кто? Вы что, эй! Он умирает! Да не убирает, он спит. Мы все спали. Что, не понимаете, что ли? Нет, посмотрите, он не дышит. Да хрен не неси. Все дышит он. Я слышал, как он сделал это. Что? О! Боже! А это что? О! Хорошо. Чудесно. Хера вы делаете? Ты жив! Выключите свет. О май гад! Я вот, знаете, что не могу понять? Вот вы... Вы все, и я в том числе, спали, да? Ага. Вы сейчас спали и проснулись в один момент. В один момент проснулись. Да ладно. Фу. Да что это вообще происходит? Не задумывай. Погаси, погаси просто. Ее надо чашкой. Да, прекрасно. Вот. Вот это наш... О, гениально. Ребят, так, вообще, кто вообще, а? Ну, как вас зовут? Кстати. Я... Откуда вы? Жанетта зовут. Жанетта? Я... Что я вы здесь помню. Делаете, Жанетта? Кто вы? Не помню. Мне нужно позвонить. Ну, что за... Да зачем тебе? Подождите, знать? Дайте мне... Что это, вы... У меня почему-то только вот рука болит, я не знаю почему, а так... Как будто меня это... А вы кто? Пускай заберут меня отсюда. Что вы здесь делаете? Звоните, собираюсь. Меня зовут Андрей. Я пока еще не могу понять вообще, что происходит. Кто-нибудь понимает, что... Мы проснулись в одно... в один а меня как... Назовите кто-нибудь меня по имени, а? Как меня... Как... Позовите меня. Я первый раз тебя вижу. Вас не один человек? Конечно. Что значит, это номера не существует? Это моя жена. Как номера не существует? Дай сюда телефон. Все. Забудь про него. На. Ну, это похоже... Ну, как это? Вот это музыкальный инструмент. А вот... А ты кто? Дай мою эту. Профессор Рудольф. Рудольф, профессор. Профессор. Я заведую химической военной промышленности Германии. Так, хорошо. Это понятно. Это, как мы здесь собрались? Почему нас здесь собрали? Вы можете понять? Ты заведуешь... Мы проводили эксперименты. Эксперименты были сложные. Испытывали новое химическое... Так, подожди. И что? Я даже не понимаю, как ты здесь подержал. Да что тут понимать? Это оружие. Нет, подожди, тебе не интересно, что ли, совсем? Подожди. Да что тут послушай... понимать? Нет. Профессор! Нет, сори, давай серьезно. Так, профессор. Я вот хочу понять, профессор, это стой, химической серьезный. Промышленности, правильно? Он серьезный, ты чего довела. Очень курит. Нет, понятно, но мы здесь оказались. Шесть. Почему? Из-за твоей химии, может быть? Но. Потому что я себя чувствую сейчас непонятно в таком состоянии. И я не знаю, какое у вас состояние. У меня такое состояние, как будто я вас знаю одновременно. И с другой стороны, я не понимаю, кто вы такие. Это как-то связано с тобой, с твоей промышленностью? Очень никак не может быть связано. Ты знаешь, его... А что тут делает мой веер? Что тут делает мой веер вообще? Почему мне кажется, что я вас знаю? Да потому что ты нас знаешь, вот и все. Вот и весь ответ. Мне кажется, я вас не знаю. Вот я вот смотрю, думаю... Кто вы все? Понять. Так, ты профессор. Вы кто? Я профессор, вы кто? А меня вы кто? Меня зовут Андрей, я теннисист. Теннисист? Да, просто очень теннисист. Очень приятно, что вы здесь Маргарита. Я не знаю, что я здесь делаю. Я то же самое спрашиваю у вас, что вы здесь делаете? А вы кто делаете? Все? Маргарита я, Маргарита. Маргарита, чем вы занимаетесь? Танцую, не видно, что ли? Маргарита, ну подожди.
Вы... Нет, я не прошу вас танцевать. Нам надо разобраться, почему мы здесь... Пожалуйста, пожалуйста. Ой, Маргарита. Любой каприз за ваши деньги, да, господа. Господа. Так, подожди. Я не буду Маргарита, Марго, да? Хочу, чтобы нет, ты ему? Марго. Так, кто вы все? Я не пойму. Я тоже не пойму. Вот нам надо разобраться. Что мы здесь делаем? Давайте сначала определимся, кто будет задавать вопросы. Хотите вы задавать вопросы? Мы все будем молчать. Либо я задаю вопросы, все молчат. Мы как-то будем? Маргош. Какой год на дворе? Какой год сейчас? Какой год сейчас? 98-й. Это я точно помню. Какой 98-й? Не, подожди, в 98-м мне было 18. Больше что, с луны свалились? Ну, а сейчас мне вроде больше. Мне кажется, что мне больше 18. Так, возможно, я ошибаюсь, да. У меня просто такое чувство, что 98. Что эти люди говорят? Что здесь происходит? Не парься, маленький, не парься, малыш. Какой малыш? А вас как зовут? Папируску. Лусю. Лусю, мы падаем. Лусю, мы падаем. А я вспомнил, вы все у меня в кабинете находитесь. Что вы здесь все делаете? Лусю, мы падаем. Я помню вы, только... Что мы тут все делаем, а? Это ваш кабинет. Да, я воздушный профессор. Шар. Синий воздушный шар. Профессор химической промышленности. Так. Что вы все делаете у меня в кабинете? Поехали. Все проспала. А вы кто? Поспаем. Я вижу ваши лица. А вы кто? Не знаю. Что так темно, не могу прям. Жили свет нет. Это кто? Не живой? Угу. Подожди. Ой, страшный. Ого. Ты. Я Маргарита. Жената. Жената. Да. Вы тоже с нами первый раз, да? Смотрите меня. Как-то странно. По-моему, как будто... очевидно. Что вы здесь делаете? Это... Он живой? Он мужчина? Эй! Живой? Мужчина! Мужчина! Просыпайтесь! Ой, ребёночек! Кто все? Малыш! Я вас первый раз вижу. Я вас тоже? Ну, ну, пап, чизы! Так, подождите, пап, что мы здесь? Что я здесь делаю? Я не знаю, что вы здесь делаете, но мне надо позвонить Патрику. Кто вы такие? Какому Патрику? Подождите, какому Патрику? Кто? Какому Патрику? Вы кто? Мужу. Мужу? Я Маргарита. А. Что вы здесь делаете, Маргарита? Что, а я, что, здесь? Что я здесь делаю? Какому мужу вы звоните? Своему. Вы можете объяснить вообще, куда это вы звоните и кто вообще? Я своему. Это она собрала? Ну, я думаю, что она знает, что делает. Почему вы, да, откуда вы знаете, что надо звонить? Что... Я не понимаю, просто... Маргарита, объясните, что здесь происходит? Как я здесь оказался? В смысле? Кто как, вы как, такая? Как? А вы кто такой? Эти люди такие? Не знаю. Я когда ехала, знаете, на поезде... Мы вместе с Патриком, значит, возвращались из Парижа. Мы там были на Эйфелевой башне. Мы сейчас где, в Париже? Мы я за столом так. Где мы сейчас находимся? Мы ехали с Патриком на поезде. Я заказала себе чай, кстати. Какой поезд? Ну, посмотрите вокруг. Какой поезд? Где мы находимся? Патрик.
отлично. Сидим в каком-то лесу. Действительно. И посреди леса столик. Посреди леса. Да, вы, и свет. Маргарита, вот что вы говорили, вы ехали в поезде. Извините. Что-то как-то освещение, знаете, не очень непонятно. Маргарита, вы ехали в поезде, и что вы там? Какой-то Патрик. Мужчина, вы что ищете? Может, вы знаете, что мы тут Сюзи! Я ничего не понимаю. Поезд! Это мой поезд. Подождите, так вы объясните что-нибудь. Где мои? Это Патрик за мной приехал. Куда приехал? Приехал за мной. Где мой ребенок? Отдай мне. Так, и еще у меня было... Ребята, все, удачи вам, давайте счастливо оставаться. Круто, давай. Вообще. Ну, я не знаю, что это меня. Ребята разошлись. Сейчас. А, у вас как? Я. Андрей. Давайте нормально пообщаемся. Жанетта. Я хочу понять. Подождите, вот эти непонятные люди, да. Поехали. Я тоже. Андрей, я ничего не понимаю. Честно, я ребята! Там ничего нету! Что в смысле? Подождите, успокойтесь. Да все нормально. Не расстраивайтесь, все нормально. Мы тоже понимаем, мы не понимаем вообще, что происходит. Ну да, не понимаю. Там ничего нету. Что там? Да, ты, наверное, тоже хочешь сказать, что там ничего нету. Что вы искали? Где мы вообще находимся? Что? Там такая черная. Я чуть не провалилась. Что это? Что такое? Что там видели? Что? Ребята. Что видели? Там никого. Никого. Ребята, так, понятно. Западня. Ты тоже видел это? Что там ты видели? Ты видел? Никого, там нет. Вы можете конкретно объяснить, что вы видели? А что должны увидеть? Я пойду смотрю. Пойдем. Мальчик, ты кому сейчас звонил? Мама. А позвони, пожалуйста, еще раз. Мама. Можно? Алло, что там? Алло, подождите, не ложите трубку. Все, положили, я не знаю. Еще один поезд, вы слышите? Слышите? Мальчик, ты... Вы слышите, нет? Не слышал, просто я хочу... Иди сюда. Садись, звони бабушке. Давай еще раз. Я звони. Не успела поговорить. Алло, да, я сейчас. Угу. Скажи, передашь трубку. Да, передай трубку ей. Передай трубку. Что там? Алло. Что там? Я не понимаю. Салют, горяченца. Самарига. Это похоже на иврит. Салют, горяченца, Самар. Челера, горяченца. Говорят, вы здесь собраны. Голос какой-то непонятный. Касерери Куча. Говорят на иврите, что типа нас здесь собрали. Подождите. Что так? Подождите. Я записываю. Калечему. Сейчас. Кто звонит? Я не знаю. Это кто? Не-не. Это кто? Савальгерсе, Филимоновы острова. Мы на Филимоновых островах. Да, я не знаю где. Олег, Филимоновы острова. Зелега. Сумасшедшие идеи. Какие сумасшедшие? Кто-нибудь знает на иврите, как спросить? Кто вы такой? Кто не знает? Келеко. Говорит, это неизвестно. Ну, в смысле, он говорит, что нет, не скажет. Ну, сумасшедший день, Филимон. Я не понимаю вас, не понимаю. Филимоновы острова, сумасшедшие идеи. Кастинг. Какой-то кастинг, я не знаю. Кастинг сумасшедших идей. Сумасшедших идей. Спасибо. А почему? Велишина Коля Васари. Он говорит, что
мы должны найти способ выбраться отсюда. Найти способ нелогический. Как-то мы должны отсюда выбраться с Филимоновых островов с помощью того, что мы имеем. Я не знаю. Я поняла. Я чувствую, что это... Я хочу узнать, кто это какая-то ловушка, я не знаю. Давай. Вы шутите? Велика сюрриваря? Положили трубку. Так, давайте, я прям чувствую, надо узнать, кто что может. Алло. Что нужно делать вообще? Короче, ребята, мы находимся на Филимоновых островах. Я не знаю, где это находится. Где? Ну, раз это остров, значит, где-то в океане. На каких островах? На Филимоновых островах. Потом еще были слова такие, что эти предметы, которые у нас здесь есть, браться в наши задачи. А задача в том, что мы должны решить, как выбраться отсюда. А... Давай, блевани. Два пальца в рот. Два пальца в рот. Что он пил? Два пальца в рот, давай. Чай пил. Все. Все. Давай, блюй. Ты что выпил? Так, короче, ребята, больше ничего, пожалуйста, не пробуйте. Ничего на вкус. Никаких вообще не трогайте. Эти предметы. Тиранду. Тиранду, он говорил про Тиранду. Он говорил. Энтаросентранко. Он говорил, что да, эти предметы надо использовать для того, чтобы выбраться отсюда. И еще он сказал, что мы должны быть тихими. Я не знаю почему. Тихими. Кендо. Мы можем разговаривать по-русски. Кенсомпе. Я знаю, что ты негодуешь, я знаю, что тебе хреново. Но, блин, мы должны использовать любую возможность для того, чтобы выбраться отсюда. Давайте спокойно сядем. Давайте спокойно сядем. Скажи, что тебе сказали? Я не знаю, почему с нами ребенок. Почему они загнали сюда ребенка? Тебе сказали, что? Тебе что сказали? Еще раз повтори. Еще он сказал, что... Подожди. Сейчас. Ну, здесь как-нибудь выбраться. Надо выбраться. Это... Кто тебе сказал? Ну, они. Кто они? Как они выглядели? Агены. Обезьяны? Агены. Агенты. Агенты? А как они выглядели? Ты можешь вспомнить, как они выглядели? Какие у них одежды были? Они черные, белые, с пуговицами. А они что-нибудь еще говорили тебе? Да. Что говорили? Выбраться нам нужно. Ну это понятно. А ребенок нам не поможет. Или поможет, не знаю. А тебя они... Навоз вилами мешал. Зачем? Какой навоз? Да вы знаете, просто... Вы все его знаете? Я его знаю. Ностальгия. Я тоже знаю. Ностальгия по молодым годам. Ты правда лежал, живой? Лежал под звездами. Ты ж... Я не поверила. Да, потрогай. Ты же умер. Ты же на воздушном бутылка шаре. Бутылка даже вот есть. Можно на это похмелиться. Подождите, ребята. Ты же лет не живой. Да, я только вот пока лежал бородой за это зарос. Как ты живой? Я не могу. Подожди, а как ты вышел с воздушного
воздушного шара. Вот он говорил. Ты же на воздушном тебя шаре. Ждала. Ты я тебя ждала. Понимаете, что это развод, не, да он не может не подходи живой. К нему, отойди от него, отойди от него. Да? Здесь что-то, отойдите понимаете, от него. Понимаете, что это вообще может быть какой-нибудь да, непонятный кто-то. Стоп, Филиппыч. Это я, ты? Я не это. Ты? Не верю в воскрешение, хотя я не ты знаю. Ты же ждал меня. Филиппыч, я тебя ждал, но ты я ждал живым. Меня. Да, я знаю. Слушайте, я тебе денег надо должен, сказать ему что-то такое. А сколько такое? Должен, помнишь? Филиппыч. Уйди оттуда. А сколько уже накапало? 17. Филиппыч, я... 17. Так вот же, у нас в колхозе, в 65-м, когда удои увеличились, ну. Я вот этими вилами, потрогай. А ты на зуб попробуй. Ух, нормально. Вот этими вилами. Вот этими вилами столько. Ты самый 100 лет ошел. Столько навоза перекидал. Да я ими, знаете сколько? Да я ими пол Москвы мог построить. Филиппыч. А вот этим вот серпом, вот этим серпом им бриться, кстати, можно. Ой, не брейся, у тебя такая борода. Ой, такая борода. Жизнь тяжелая. Ты чай пей, чай. Жизнь-то тяжелая. Когда ж ты еще? Так вот же, это ж мои самые вилы, это любимые были. Я их начищал, каждое утро начищал. Я помню, это было дело. Ребят, вообще-то я с вами о другом хотел поговорить. Вот я сейчас узнаю тебя. Узнаю, вот сейчас, да. Я устал от этого всего. По вечерам я занимаюсь изучением квантовых пространственных путей, да, дикары, молекуляры, квазиэлектроны, вот. Какие у тебя есть? Собираюсь вот на конференцию поехать. Да на какую же? В ГАГе. Пригласили меня, изучили мои работы. Всем очень понравилось. Как ты вообще перешел? Я могу рассказать вам, как перейти на квантовый уровень. Как ты попал в Гагру, сначала расскажи. В Гагре? Да. Нет, давайте про квантовый уровень. Какая это? Какая Гагра? Вон. Мне интересно. Ты знаешь, на основе моей квантовой теории я только что понял кое-что. Я готов раскрыть тебе этот секрет прямо сейчас. Только никто не должен знать этого, кроме нас. Хорошо, говори. Я думаю, что выживем только мы с тобой вдвоем. Я рассчитывал это все сложную формулу и пришел, что только ты и я, мы выживем и все. Подожди. Мы должны что-то сделать с этим. То есть что мы как-то можем помочь? Помочь можем? Я думаю, что как? Мы должны запастись. Самое необходимое. Стой, Саша. Ты сейчас что? Слышишь? На них не обращай внимания. Уже все. Вот, в смысле, как на нас не обращать? Так они все слышат. Ну и что поделать? Васильич, ты че, плить? Лусио, на самом деле, ты попал в мой мир. Случайно, Лусио. Это всех их я придумал сам. Как? Что значит придумать? Они думают, что они мои друзья, что? Но это лишь программы. Какая программа? Лусио. Вот я могу все это брать. Что ты говоришь? Он может это брать, он может есть, он может говорить. Это все заложено в него. Она постоянно плачет, смотрит вот так. У нее глаза, посмотри, на мокром месте. Так, значит... Та деловая. Подожди. Этот парень просто тут так. Так я же с ними. Я тоже программа? Лусио, ты другой. Подожди. Лусио, ты иной. Знай Лусио. Это. Ты не программа. Что это? Ты можешь объяснить? Что это сейчас было, а? Не понимаю. Кого не спасти? Никого не спасти. Мы же вместе, да, мы вместе оказались здесь. Как... Да. Смотри, я живой, все нормально. Ты живой, все. Откуда? Я могу вот по телефону. Подождите. Все, чай могу пить, пожалуйста.
Вот. Смотри, я могу писать. Все нормально. Это он хрень несет. Хрень, я тебе честно говорю. Не могу дышать, ребят. Неплохо. Почему? Ребята. Вы что, вы нереальные? Почему мы реальные, смотри, мы реальные. Вот, она сейчас... Она умерла. Нет, она... Я знаю, а у нее перезагрузка помешает. Вы нереальны, у вас нет чувств, я плачу, а вам все равно. У нее каждый... Ты что, не... Вы даже не слышите, что я вам говорю. Вы даже не слышите, что я вам говорю. Я плачу, а вам все равно. Да вот, я здесь, я слышу тебя, я чувствую тебя. Не трогайте меня. У вас нет чувств. Нет. Я тоже могу плакать. Заплачь. Заплачь. Но сейчас нет повода для заплаты. У меня нет повода просто. Лючо, мы с тобой знакомы. Не подходи ко мне. Лет. Я...